Вчера Махмуд Мурадов дал интервью, где он рассказал о своих планах, о бое с чемпионом UFC Исраэля Адесанья. Также я узнал мнение Махмуда о конфликте Нурсултана с киргизскими бойцами. Хабиб Нурмагомедов дал совет Махмуду. Я спросил, как Махмуд относится к совету Хабиба. Махмуд также рассказал, сколько он тратит на подготовку к бою. Прежде чем начать, прошу тебя подписаться. Привет, Махмуд. Только вот вчера получил нового соперника, Антонио Карлос, да? Бразильца. В Бразилии будет бой. Всем ассаламу алейкум. Добрый день, Фарух. Спасибо за то, что ты делаешь для нас, для спорта, для Узбекистана. Помогаешь ребятам развиваться. Люди узнавали о нас, видели нас, как мы тренируемся, пашем. Потому что у нас способные ребята. Только, к сожалению, нет такой аудитории. Новый соперник в топ-15 на 13-14 рейтинге UFC. Я первый в Центральной Азии, кто будет драться на место в топ-15. Сейчас я на 20, сейчас я скажу точно на 3 месте. Чтобы они говорили, что я вру там куда-сюда. Вот. На 24 месте я. Это топ-лыджи мировой рейтинг. На топ-лыджи он 16, но на UFC рейтинге он 13-14. После победы я перехожу в 115, и сначала мы в Бразилии летим только за победой, потому что за мной стоит моя команда, соотечественники, все вы. Так что будем только побеждать, тренируемся. Сейчас есть время подготовиться два месяца, чуть больше 2 месяцев. Неделю еще в Узбекистане здесь, в клубе «Легион». Потом вылетаем в Чехию, оттуда летим в Польшу. Где-то в феврале 28-го летим уже в Бразилию, потому что там перемена климата. 2800 над уровнем моря, из-за этого влажность, из-за этого нужно привыкать к обстановке, из-за этого вот будем готовиться, тренироваться и едем за победой. Вот Антонио, он же джиу-джитсу, да? Он предпочитает бороться, да? Он уже это не проблема? На протяжении 5 лет номер 1 в Бразилии, а Бразилия — это мир джиу-джитсу. Отец джиу-джитсу, можно сказать, и он на протяжении 5-7 лет уже номер 1 там. Один из первых в джиу-джитсу. Он выиграл ТАФ в Бразилии, хорошо борется, но ничего, мы покажем ему. Борьба для тебя не проблема? У меня нет проблем, потому что я борюсь очень много, но в Инстаграм, в Ютуб не скидываю, потому что зачем показывать людям, как я борюсь или еще что-то, спарринги. Я показываю, как я на лапах работаю. Лапы — это одно, мою другое, спарринги другое, но я не буду всем показывать, как я борюсь, как моя ворона, или что я делаю в партере. У меня хорошие спарринг-партнеры, которые мне помогают, когда мне нужно, когда им нужно, я им помогаю. Так что работаю. Многие люди, умники, то, что вот я, чтобы работал на выносливость, чтобы я работал на борьбу. Мы работаем, мы не сидим на месте. Если бы я не работал, так не выиграл бы 2 боя в UFC, не выиграл бы 13 побед с последних 13 боев. Из-за этого мы работаем, развиваемся и будем тренироваться дальше и радовать вас своими победами и огорчать всех моих хейтеров. Своими тоже победами. А дальше какие планы после этого боя? Если сейчас будет надо победа? Победить, потом хотел бы встретиться с Сильвой, Спайдер. Мне предлагали, но там как-то не договорились. Из-за этого, может быть, с ним встретимся. А потом новый контракт. Флойд мне сказал, чтобы я не подписывал новый контракт. Он и моя команда, First Manager, Адриан Бакуш и Люсен Бакуш. Им большое спасибо за то, что они делают для меня. Подписали в UFC. Будем работать. Самое главное сейчас сосредоточено на ближайший бой, а дальше видно будет. Ворваться в топ-15. Вот все знают, что Флойд общается с Дана Уайтом, да? Он и про тебя говорит, Дани, обсуждает твои бои? По-любому они общались. Из-за этого сейчас у меня есть контракт, который действующий. На 4 боя. 4 боя проведем, потом будет новый контракт. Там, я надеюсь, один нолик добавится, или два. А вот сейчас Адесанья чемпион, да, в твоем весе? Он классический ударник. Ты тоже предпочитаешь работать в стойке, да? Если с ним бой будет, как думаешь, ты сможешь его побить? Если бы я бы не хотел бы, не смог бы, не думал бы, что я смогу победить. Сейчас я сосредоточен вот на Карлосе. Победим его, потом еще пару боев, а потом видно будет. Но я нацелен на сейчас топ-15, потом топ-5, топ-10, а потом дальше пояс, дальше больше.
Вот в твоем весе, как думаешь, самый опасный соперник это кто? Они все уже опасные, потому что в 30-ке уже самые сильные соперники по всему миру, и UFC это мощная лига, там нет слабых. Некоторые говорят, там, а вот мне дали там слабого первого соперника, второго. Люди, просыпайтесь, это не какие-то организации. Это UFC. Если мне дадут сильного, я его выиграю, будете говорить, что он был слабый, что он все равно был там не подготовлен. Ну, ему также дают время на подготовку. Я два боя выиграл на коротком удалении. Первый бой 8 дней, второй бой 3 недели. Два боя, две победы. Что вы хотите? Вы только можете обсуждать. Хватит обсуждать, добивайтесь сами чего-то. Поднимайтесь, тренируйтесь, работайте, чем писать и клеветать и всякую чушь писать. Ну и вам спасибо, потому что вы меня тоже мотивируете. Благодаря вам тоже я хочу вам доказать и разочаровать вас. Вот когда Хабиб недавно в Ташкенте был, он посоветовал тебе спуститься в весе до 77. Что скажешь насчет этого? Ничего не скажу. Спасибо то, что за его внимание. Великий спортсмен, великий боец. Я думаю, лучший боец нашего времени в данный момент. Но в данный момент остаемся до 84, а потом дальше видно будет. А с Хабибом общаешься? Нет, общались, но не общаемся. Вот у нас в Узбекистане кто может в UFC попасть? Есть такие бойцы? У нас очень много бойцов. Сейчас у нас открыли федерацию. Это очень хорошо, это большой шаг вперед. И за это благодарю наше руководство. Не буду говорить поименно, но благодарю руководство за большой шаг. Так получилось, что в этот же день, когда мы подписали контракт в UFC, легализовали ММА в Узбекистане. Это как большое событие, двойное было для Узбекистана. Я первый боец в UFC и легализовали ММА. Что сказать, чтобы наша молодежь дралась, ездила здесь по Центральной Азии, в Россию, чтобы здесь обкатка проходила, побольше любительских соревнований, профессиональных соревнований. Я тоже буду помогать сейчас ребят вывозить в Чехию, Словакию, в Европу. Как у меня есть возможность, я могу им помогать, я помогу всегда. Вот работаем с клубом Легион, Джасурака, тренер, хорошие ребята, молодые. За это нужно обкатывать. Мы воспитаем ни одного бойца в UFC. Как думаешь, Нурсултан Розбаев может попасть в UFC? Все могут попасть. Самая главная работа сейчас, к сожалению, поражение было. Последний бой. И до этого поражение, потом победа, или два боя перед тем. А им нужно минимум 5, аж 10 побед. Видели сами, у меня 11 побед, 10 побед. Они говорили мне, все, сейчас будет, контракт будет. Я дрался в Европе хорошими бойцами, которые рейтинг хороший, и организации хорошие. Но, к сожалению, все ждали, 2 года сказали, жди. И на концу концов подписали. Я думаю, у всех есть возможность, потому что он хороший боец, ударник красивый. Борется хорошо. Я думаю, если он поработает, выиграет 5-6 боев, его обязательно подпишут. И я думаю, если сможем помочь, мы тоже поможем. Вот Нурсултан, когда в августе дрался в Киргизии, судья, если видел, взял флаг у него, выкинул. В этом виноват судья, потому что я смотрел с разных ракурсов видео. Там было 10 секунд, молотком побили. Но гонга не было слышно. А его соперник говорил время, он не сдавался, я видел это. Ну, это то, что я видел. У каждого свое мнение. А я понимаю, но Нурсултан, он думал, он победил, потому что он не слышал. Это ошибка судьи. Непрофессионально он поступил, взял, разнял. Но он должен был сразу подойти к Нурсултану и сказать, это было время, объяснить ему. Нурсултан от радости взял, да, флаг поднял, потому что это для нас гордость в чужой стране. Поднимать флаг, и он думал, что он победил. Я его понимаю и поддерживаю его. Но это ошибка судьи, никакого права не имел выкидывать флаг, так поступать с нашим государственным флагом, потому что киргизы, казахи, туркмены, таджики, мы все братья, мы одна страна раньше была, и мы должны уважительно относиться. Мы все мусульмане, а бывают такие вот люди, как бы так неуважительно относятся. Но не будем говорить, вот, что все такие киргизы или казахи, или еще. Во всех нациях бывают такие люди, которые делают ошибки. Из-за этого это ошибка судьи. Я не знаю, там ему ноу-контакт сделали или проигрыш. Этот бой написали ему как проигрыш. Проигрыш не нравится. Я это не видел. Это тоже неправильно, потому что он выиграл этот бой, хороший, соперник хороший был, но не проиграл точно. После этого боя вот, Нурсултану многие киргизы, вот киргизские бойцы, ну, это хайп, вызов хайп, бросают. Да, они вызов бросают, это просто они хотят, вот, типа, я герой Киргизстана.
Слышал про Дастана Шашиева? Не слышал, но видел там, я не знаю, кто это. Вот он сейчас вот часто оскорбляет Нурсултана. Вот, как... Я общался с Нурсултаном, я сказал, чтобы внимания не обращал. Он как бы, может быть, в кикбоксе, я видел то, что он в кикбоксе чего-то добился. Но в ММА у него нет шансов против Нурсултана. Я думаю, если хороший гонорар заплатят, все условия сделают Нурсултана, почему бы Нурсултану не подраться, но... Нурсултану этот бой не нужен. Как думаешь, вот в Средней Азии надо такие трэш-токи, чтобы друг друга оскорбляли? Нет, у нас это, поднять, я даже до сих пор работаю так, как работаю, дерусь просто от боя к бою и никогда никого не вызывал. Но я думаю, скоро нужно будет. То есть в Средней Азии не стоит, да, вот бойцам друг друга оскорблять? Нигде не нужно, потому что надо уважать, потому что он тоже спортсмен, у него своя семья, у него своя команда, у него своя фан-база. И этот спорт, когда мы в клетке мы можем друг друга убить, а после мы друг другу можем пойти поужинать, пообедать, просто быть потом братьями. Это просто спорт. Бывают такие моменты с тобой? Бывает. Там вызывали вот этот матч Пенс, когда я его победил в XFM. Он меня вызывал, я говорил всем, что этот бой мне не нужен, он рейтинг ниже. Он на телевидении вызывал, потом Рамирес, когда травму получил. Потом говорил то, что я недостоин или боюсь. Ну, я сказал, для меня бой ничего не принесет. Он все начали чихи, говорят, что я его боюсь. Да, он боксер бывший, у него удар хороший, но я знал, что я его выиграл. И меня этот бой никуда не поднимет. Потому что ММА – это риск. Один удар и можешь проиграть, но в случае поражения я потерял много. Он вот меня вызывал. Потом за мной пришли организаторы, говорят, смотри, Маха, выиграешь бой, мы тебе еще плюс бонус 10 тысяч долларов заплатим. Я говорю, ну, это уже другие условия. Я взял этот бой и за 3 минуты я выиграл. Ни одного удара не пропустил, весь бой контролировал, что и требовалось доказать. Я не люблю вот такие вот высказывания перед боем, там, трэш-ток, это не мое. Ну, каждому свое. Вот в Чехии тебе, ты очень популярна, да? Сейчас вот многие говорят, что ты стал гражданином Чехии. В интернете написано, что ты гражданин Таджикистана. А ты говоришь, что ты гражданин Узбекистана. Вот можешь насчет этого? Многие говорят, что я гражданин Таджикистана. Я родился в 2 годика, переехали в Бухару. У меня отец узбек. Мама тебе была. Было 2 года, да? Да, 2 года. Я узбек. Я жил. Да, не родился в Узбекистане, но я жил, вырос в Узбекистане, в городе Бухаре, на Гургазе, центр города. Я там вырос. Почему не говорю по-узбекски? Потому что я ходил в русскоговорящую школу. Дома разговаривал по-русски. Район был все русскоговорящие. Из-за этого у меня проблемы с узбекским. Но по чуть-чуть учимся, работаем. И насчет того, что у меня в кукле флаг стоит, флаг не гражданство, флаг Таджикистана, потому что я там родился. У меня как бы родственники есть в Таджикистане, я ничего против не имею Таджикистана, а Таджикистан это наши братья. Насчет Чехии, у меня никогда в жизни гражданства не было. Зайдите в Google, там надо 10 лет, 12 лет жить, после того можешь получить гражданство, но 2 года назад я получил гражданство Республики Узбекистан. За это благодаря нашему президенту, потому что 28 лет я жив в Узбекистане, я не мог получить гражданство. И после этого я получил гражданство. Теперь сейчас я официальный гражданин Республики Узбекистан. До этого я поднимал флаг с паспортом вьетнамского жительства Республики Узбекистан. У меня не было никакого паспорта. Предлагали Россия, Казахстан, Белоруссия. Все страны СНГ предлагали, но я не брал, потому что говорили, нет, я узбек, я буду ждать узбекское гражданство. Вот и получил наконец. Вот последние 5 боев, если на твою карьеру посмотреть, последние 5 боев, 3 боя, все глубокие нокауты, тяжелые нокауты. Раньше такого боя, ну, такого нокаута, ну, редко можно было наблюдать, да? А что случилось? Ты как-то начал заниматься по-другому или ну, что просто случилось? Работаем, развиваемся. Спарринг-партнеры хорошие, удары хорошие. Сейчас Рака тоже начал тренироваться, ударную технику начали подтягивать. В Польше начали часто спарринговаться уже серьезнее. Ну, уровень растет и подготовки растут, спонсоры помогают. Можем развиваться, ездить на спарринги уже... Просто на 100% тренироваться, не уделять ничему внимания посторонних вещей, чтобы убрать все направо в сторону и просто сфокусироваться на подготовке. Вот сейчас модно стало расходов своих говорить, да? Вот ты на подготовку сколько тратишь? 10-20 тысяч.
За один бой, да, на один бой? За один бой, да. Потом еще, кроме этого, у меня перелеты, я тренерам плачу, потому что UFC платит только одному тренеру. Я плачу еще плюс два тренера, два номера, в отеле беру еда, все это плачу я. Это они никто не видит, налоги платишь тоже. Это люди не видят, они видят то, что а, вот он заработал бонус, там это туда, худогой шкуре, я зарабатываю, я не маленькие деньги зарабатываю. У меня есть спонсоры большие, которые меня поддерживают, но я тоже что-то делал для этого, я работал, я когда приехал в Чехию, я полымыл, я официантом работал, я грузчиком работал, я мне негде было спать, я спал в зале, но это никто не видит, они видят сейчас то, что я зарабатываю там сотни тысяч долларов, но есть расходы, но худогой шкуре, я не жалуюсь, кто-то, я когда-то дрался за 50 евро, мы ехали 800 километров, 5 человек в машине, за 26 секунд первый бой выиграл и 50 евро получил. А 150 надо было заплатить за бензин. Бывали времена? Вот если смотреть твои бои, я нашел старые бои, и никак не могу определить, да, твою технику. Ты чем начал заниматься с детства? Уличные бои. Я очень много на улице дрался. Потом дрался как бы, по боксу, по кикбоксу, боевой самбо. Когда мне предлагали какие-то соревнования, я всегда выступал. Для ММА лучший спорт это какой посоветуешь? ММА, потому что у вас должно быть фундамент, да, или борьба, бокс, кикбокс, боевой самбо или еще что-то. Но ММА это есть ММА, это есть спорт, потому что многие вот путают это, а вот я борец, я буду как бы зайду в ноги и все, но тебе нужно зайти, пройти в ноги, потому что и на земле ты будешь просто лежать. Этот спорт не с каждым днем, он с каждым часом развивается. Из-за этого нужно работать, и не может боксер пройти, а вот я буду вырубать ММА-щиков. Тяжело это. Надо работать, развиваться. ММА это и есть спорт, и ММА это и есть ММА. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Посмотри биографию Махмуда Мурадова, этот ролик вам точно понравится. Всем спасибо, еще раз благодарю Фарух. Большое спасибо, кто за меня болеет. Спасибо, кто молится. Большое спасибо, уважаю, люблю, ценю вас. Вместе мы сила, а кто против нас? Пускай будут против нас. Вы нас тоже поддерживаете, мотивируете. Спасибо. Всех благ.